Константин Дмитриевич Бальмонт. Русский поэт-символист, переводчик и эстет, один из виднейших представителей русской поэзии Серебряного века. Бальмонт стал первым представителем символизма в поэзии, получившим всероссийскую известность. Отмечалось, впрочем, что его творчество в целом не было чисто символистским. Не является поэт и декадентом в полном смысле этого слова. Декадентство для него служило не только и не столько формой эстетического отношения к жизни, сколько удобной оболочкой для создания образа творца нового искусства. Необычайно эффектной многие находили мелодическую технику повторов, разработанную Бальмонтом. «Я мечтаю ловить уходящие тени, уходящие тени погасавшего дня. Я на башню всходил, и дрожали ступени, и дрожали ступени под ногой у меня». Отмечалось, что Бальмонт умел так повторить отдельно взятое слово, что в нем пробуждалась завораживающая сила. «Когда слушаешь Бальмонта, всегда слушаешь весну», — писал Александр Александрович Блок. Поэтическое творчество Бальмонта было стихийно и подчинено диктату мгновения. В миниатюре «Как я пишу стихи» он признавался: «Я не размышляю над стихом и, право, никогда не сочиняю». Однажды написанное он никогда больше не правил, не редактировал, считая, что первый порыв самый верный. Писал же бесперерывно и очень много. Поэт полагал, что только мгновение всегда единственное и неповторимое, открывает истину, дает возможность увидеть далекую даль. «Я не знаю мудрости, годной для других. Только мимолетности я влагаю в стих. В каждой мимолетности вижу я миры, полные изменчивой радужной игры». Об этом писала и жена Бальмонта, Екатерина Алексеевна Андреева. Он жил мгновением и довольствовался им, не смущаясь пестрой смены мигов, лишь бы только полнее и красивее выразить их. Он то воспевал зло, то добро, то склонялся к язычеству, то преклонялся перед христианством. Она рассказала, как однажды, заметив из окна квартиры, едущий по улице воз сена, Бальмонт тут же создал стихотворение «В столице». А сейчас давайте послушаем аудиоверсию стихотворения «В столице». «Свежий запах душистого сена мне напомнил далекие дни. Невозвратного светлого детства предо мной загорелись огни. Предо мною воскресло то время, когда мир я безгрешно любил, когда не был еще человеком, но когда уже Богом я был. Мне снятся родные луга и звонкая песня косца, зеленого сена стога, веселье и смех без конца, июльского дня красота, зорница июльских ночей и детского сердца мечта в сиянье нездешних лучей. Протяжное пение стрекоз, чуть слышные всплески реки, роптание лип и берез, в полуночной тьме светлячки. И все, что в родной стороне меня озарило на миг, теперь пробудило во мне печали певучий родник. И зачем, истомленный грудью, я вдыхаю живой аромат, вспоминая луга с их раздольем и забытый запущенный сад? Свежий запах душистого сена только болью терзает меня. Он мне душою ночью напомнил отлетевшие радости дня».